Добрый день, с вами Фатинья. Мы смотрим ключик, который течет, никогда не замерзает, ни летом, ни зимой. То есть он постоянно течет. И он течет и впадает в реку Пьяну. Тут смотрим за пруду, сделанные бобрами. Здесь очень много бобров. Они делают свои хатки, они спасаются, то есть там плавают и дышат воздухом. Спасаются, то есть, наверное, от наводнения. Вода очень холодная в этой реке. Но местные жители, некоторые пьют эту воду. Она, то есть, никогда не замерзает. На той стороне реки видим тропки. Тропки животных, то есть бобров. Позже я расскажу, как тут, когда будет разлив Пьяны. То есть вода поднимется, будет подниматься.